Хороший раунд был. Так, а почему... Илюха, тебе что-нибудь выпадал достойно? Потому что бомба... Ну, я вообще офигел, честно говоря. Как я это тоже произошло? Четыре человека убежали от бомбы, и все. Прекрасно, прекрасно. А ты жив был или умер? Я был мертв, нет. Ну, так сказал бы, что такая фигня происходит, ты видишь. Дом много. Я не могу, у меня нет звука, я сам переключился и увидел только последний момент. Снизу, под лестницей. Воу-воу-воу. Это даже не ниндзя был, потому что он спокойно вышел и... Достаточно. Квадрат давай. И затащишь. Я иду, Мэтт, я иду. Блин, а в смысле, квадрат? Ты же... Короче, я хочу с ковров выйти, поставить бомбу, если там есть. Нет, выходи. А откуда этот жаргон с ковров? Откуда ты знаешь, что это именно так называется? Ты сказал, что эта карта вообще впервые видишь. Ковры я знаю где, но это случайность. Блин, ну где они там нафидонили опять? Я не понял, откуда меня в окне не видел. Стёмки, что ли, или Зиги? Стёмки, наверное. Из коннектора, точнее. Твою мать, я знал. Да. Дело дрянь. А если что, в игру эту смогу перезайти? Никто не знает. Не думаю. Да ладно, затерпи уж так как-нибудь. Ну, у меня почему... Я наушники включил, а почему-то они не работают. То есть не на корову же играем. Перезапустить Steam. Ну я понял. Ну такая тишина гробовая, я вообще не ориентируюсь. Поставь дабстеп себе ВКонтакте. Господи. Нам нужна тактика, стратегия. Ты думаешь? Я подслушиваю. Мэтт, а ты умеешь 360 ноускоп? Rip and pepperoni? Нет, я вообще не умею особо играть, как бы, поэтому... Ты вон больше меня уже настрелял. ТБ. Наиль-то у вас снайпер. Бомба. Зига. Ставьте бомбу. Спасибо, Флави Мази. Спасибо за поддержку. Твою мать. Где? Да, на этом. На пьедестале, короче. Не знаю, как называется. Я могу, я просто вижу соперников, поэтому я знаю, где он, но я уж не буду говорить. Не, ну ты только тот, который тебя убил. Ну и на пьедестале я испалил. Блин! Да мы знаем, что у нас стоит. Слушай, чувак, ты меня так достал. Я тебя не только из друзей выкину, я тебя забаню просто после этого дерьма. Какой же ты душный, это просто жесть, чувак. По любому поводу, уже по 30 сообщений мне написал. У меня эконом-раунд, наверное, это так называется, когда я хожу просто с пистолетом. Чокни, скайпец. Тебе передают аниман плей. Да, аниман плей. Че там, пьедестал, Кекс? Да. Ты снял его, не? Нет. Выходим.
Это он еще там... Надо меня снимать, Кекс. Не надо. Твоему... Где-то Настюшка была, она так смело бежала. И я начал в нее стрелять. Я тоже в нее стрелял, потому что она была вообще там. Просто я не ожидал там увидеть ни своих. Она среди... Нормально. Да, 6-4. Дело дрянь. Хобок Строн, спасибо за подписку. Нас, наверное, даже командами не махнет, по идее. Мы сами махнемся. Это такая четкая инфа была, или они мониторят? Если мы сможем. Не знаю, мы бы слышали. Вряд ли они в скайпе сидят, а если бы они передавали во внутриигровом, мы бы слышали. Какой-то там префайр был. Тут даже ложные гранаты есть, ничего себе. Второй раз уже так. Интересно, им кто-то пользуется? Да. Да, я закидывал иногда вам. На базе у нас убили человека. Она еще играет хотя бы? Нет, аккуратно. Ну, стоял на базе, может быть, охранял базу. Ее там убили. Короче, у нас с базы чувак бежит один на один. Ну, короче, они поджимают со всех сторон. Со спины смотрите. У коннекторов дует. Отлично, два ноускопера просто. Да, камбэк из нотрел, походу. Даже не знаю, что тут сказать. Мэтта, у тебя как, команда как называется? Мэтт Тим? Она называется «Полный посос». Вот как она называется. Слушай, Денис, не накаляй. Go. Поменьше вопросов ко мне, когда я в таком состоянии. Пойдемте просто пробежим и возьмем раунд. Карл, машина. Да. На Б. Все, ну, по-моему, первый раз вообще на план зашли и бомбу поставили. Смоки кладите, пожалуйста, перед план. У тебя горит, да, Майк. Если бомбу диффузить будет, скажите мне, у меня нет звука. Конечно, я ничего не услышу. У меня горит. Два на кухне, два на кухне. Один на кухне, да, хорошо. Один из ковров, с Б-ковров идет один. Еще Б-ковры один. Это Денис, походу. Узнаю его стиль. Не уходи, Денис! Денис! Ну что? А-а-а! 10 хп у него. Разминирую уже. Давай как мужик, вот так. Надо было уходить. А вообще, кстати, команда... Вообще наша команда убежала вся, Денис. Ты бы разминировал, если бы... Да? На ком бомба? На ком бомба? На мне. Пойдем, пойдем. Надо сразу идти, короче. Да, куда идти? Ну, уже теперь никуда. Понял, никуда, я тоже согласен, иду. Ну, давай, давай, никуда. Давай стоять. О, давай вот здесь, вот, стой, вот сюда иди. Да-да-да-да-да, ты правая держишь. Во! Кекс, надо стрелять. Ну, я попал у него. Ща я отъеду, отлично. Ну, я попал у него 10 хп, по идее. Ну, блин. Просто у меня мушка была, понимаешь, она мало снимает. Бомба на упал. Ребята, у вас бомба на... 10 хп там у чувака на коврах. Да ты занимал своих 10 хп, ты его вообще шлепнуть должен был, пока меня стреляет. Два в одного. У меня один выстрел был, я в него попал, но у меня моя штука сносит как бы... А у тебя муха что ли была? Да. А, я думал у тебя ВП. Нафига ты это говно откупил? Кризис, кризис. Понятно, понятно. Любишь жить на широкую ногу. Едем чувакам, чтобы они хоть услышали. Это он все время на шифте был. Тут особо ничего не придумаешь даже.
Мы когда бежим в одну точку в пятером, у нас получается. Но мы два раза, по-моему, поделали. Скидывайте всегда бомбу на меня на респе. Просто скидывайте всегда на меня и идите за мной. Это окно? Нет, справа Зиги. Так, он все еще там. Вот и окно подъехал. Окно, да. Я уже не иду. Бой минус 80. Что, нет, фронт надо. Минус 80 каленый. Я все правильно иду? Да, неплохо. Точно? Не уверен. Школьники, саны. Надо было нажать Кейн, сказать, обернись, блин. Возьми, пожалуйста. Пойдем. Дым есть у кого-нибудь? Выкиньте туда, перед тем, как я спрыгну. Мит идет один, мит. Смотри, пацан. Где? На Зиге или я там топ? Не понял, блин, не важно. Надежд никаких. Okay. А кто такая Настюша, last hit? Долго рассказывать, долго рассказывать. Но она моя, как бы, это, моя надежда, что я не последний буду в своей команде в конце игры. Я понял. Хорошо. Еще может затащить. В принципе. Сколько? 47? Нет, вряд ли. Как они стоят. Очень жестоко, нет. Прости, ты не стрим слушай, а соперников, как они шагают. Я же ничего такого не имею в виду. Жестоко это то, как они нас насилуют. Вот это действительно жестоко. Но я надеюсь, что это потому, что наша просто настоящая страна — это контртеррористы. Что у нас сильная команда защиты. Определенно. Слушайте, я просто эту мапу впервые вижу. Хочу надоедать, но вроде где-то в стиме есть же настройки звука прям в самом стиме. Ничего в этом не знаю, на самом деле. Мне кажется, что это настройка голосовых оповещений. Я просто, мне кажется, если включу трек, его слышно будет. А так, нас не свапнуло. Значит, надо свап-тим как-то там. Так, 10-5, да? Кто команду знает свапнуть тима? Стойте на месте тогда, давайте. Стойте 10-5. На месте, не бегайте. Все, обе команды. Да, у меня звук есть, да. Кто знает в чате? Чарли, скажите. Браво, прием, проверка, Аниман. Я тебя слышу, вижу. Спасибо. Скажите спасибо, команду для свапа Team, короче говоря. Если есть возможность. А может, мы как-то можем сами поменяться, не? Мне кажется... Надо же обнулить. А, все, понял. Нет, это не то, они все перемешаются. Это не... Поменять команд местами? Отлично. Ну это, блин, это перемешать команды. Да. Это плохая идея была. Ну что, у нас получается. Пусть я сейчас просто перейду за контров. Не, Илья, а ты-то зачем перешел? Выходите в спикты, короче, заходите за нужные команды, я рестарчу и как бы 10-5 просто счет запомните. Заходи за какая.